Всем привет! Итак, PSE Supra Max. Никогда не думал, что буду стрелять из спортивной модели. Я был больше поклонником компактных скоростных охотничьих луков. 31, ну 32 дюйма. 35 дюймов я уже считал таким очень универсальным луком. А тут все 37. Да. По сравнению с теми луками, что у меня были до этого, PSE Supra Max кажется, конечно, очень длинным. Безусловно, длина лука имеет большое значение для его точности и стабильности. И здесь у PSE Supra Max огромное преимущество. Вкупе с 7-дюймовой базой лук обещает показать хорошие снайперские возможности. Такие луки скоростными назвать сложно, но уже при настройке Supra Max удивил своей скоростью. Мою 3D-шную стрелу весом 340 гран на растяжке 28,5 лук разогнал до скорости 303 фута в секунду. Впечатляющий результат для лука спортивной направленности. Но не только конструкция лука выдает такую впечатляющую скорость. Тросы и тетива на всех луках PSE профессиональной линии по спецзаказу изготавливаются вручную на фирме Bowstring. Настройка проста и понятна. Устанавливаем стопоры и модули назначения, соответствующие своей растяжке. Полочку по центрам, указанным линиями на райзере, и с первого выстрела получаем отличный вылет на бумаге. Далее файн-тюнинг и заветный Мерседес. Лук настроен, все понятно, легко и доступно. Первые впечатления остались положительными. Лук устойчив в руке, не требует большого количества отвесов и грузов. Мне было достаточно одного охотничьего стабилизатора фирмы Trouglo, чтобы лук четко отрабатывал вперед. Тетиву стронуть легко, само натяжение ровное и понятное, без провалов приходит на стопор. У PSE Supra Max есть одна особенность. Из-за блоков небольшого размера и малого рычага стопоров может показаться, что эффект стены не слишком жесткий. Но если к синхронизации подойти ответственно, то этот эффект можно минимизировать, и стопор будет очень уверенный, при этом с мягким ходом, не дающим стреле соскочить даже с самого замороченного усика спортивных полок. Как раз на моем Supra Max стоит Trophy Tucker с усиком 0.1, подходящим для большинства стрел. Это очень точная полочка, под стать классу лука, в чем я и убедился впоследствии. Сначала, что мне надо было сделать, это пристрелять лук на дистанции 10, 20, 30, 40 и 50 метров, согласно пинам на моем охотничьем прицеле. Время идет, луки меняются, а прицел у меня все тот же. Спотхок пятипиновый с вертикальной нитью. Уж очень он прижился, и менять его нет никакого резона. Тут 30 метров, что-то я 5 стрел, наверное, стрелять не буду. А то и так уже у меня их осталось. Можно сходить посмотреть. Ну да, приходят довольно кучненько. Уже первые выстрелы на 20 метров мне показали, что кучность у PSE Supra Max просто феноменальная. Стрела к стреле, и я отодвинул мишень на дистанцию 30 метров. Быстро пристреляв эту дистанцию и поняв, что и на 30 метров можно побить стрелы, я начал пристрелку на 40 метров. И вот тут-то как раз случилось то, чему я рад и не рад одновременно. Я попал в хвостовик своей стрелы и разбил ее. Потом я попал в центр хвостовика следующей стрелы и, заделав Робин Гуда, разбил еще одну. Было 7 стрел, осталось 5. Пора переезжать на 50 метров. Итог пристрелки на 40 метров. Минус 2 стрелы. Вот, 2 стрелы уже скончались. Ну а так лучок, конечно, впечатляет. Для первого раза на полтинничек. Конечно, насчет тренироваться и тренироваться, давно не стрелял, но лук очень нравится. Завершая пристрелку на 50 метров, я отметил отличную для первого раза кучность у PSE Supra Max, порядка 100 мм. Далее дело привычки, подбора стрел и, самое главное, регулярных тренировок. И что в итоге?
Отличный лук для спорта и 3D. Недорогой для спортивного лука. И уж однозначно самый быстрый из них. PSE Supra Max, на мой взгляд, стоит каждого потраченного на него рубля. Ну а помимо скорости, Supra Max обладает еще отличной точностью, что не раз доказала мастер спорта международного класса, чемпионка и рекордсменка России, серебряный призер чемпионата Европы, чемпионка Европы в командах и претендент на чемпионку мира Наталья Авдеева, стреляющая из PSE Supra Max.